4 детских сада сегодня открылись в Каменском районе, в селах Катериновка, Подойма, Валиадынка и Рашкове. Разрешение на открытие дал оперштаб. Все работники садиков сдали тест на коронавирус и прошли инструктаж. Прием детей сегодня проводился медицинской сестрой у входа на территорию детского сада. Обязательным требованием было соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Всем сотрудникам, родителям и детям измерялась температура 36,2. Покажи всем, как она забавлялась. Молодец! Давайте похлопаем, Юля. Молодец, Юля! Большую часть времени дети проводят на улице, играют, воспитатели читают им книги. Завтра на улицу вынесут столики, и дети будут рисовать. В помещении малыши только кушают и спят. После каждого посещения комнаты проветривают и дезинфицируют. В детском саду села Катериновка сегодня 9 детей, обычные ходят 43. Многие родители еще не готовы приводить детей в сад. А это все 6 воспитанников детского сада села Валиадынка, которых привели сегодня. По списку детей 7. Это единственная в селе малокомплектная школа-детский сад. Дети себя чувствуют прекрасно, очень хорошо. Они рады открытию детского сада, вот, потому что детки больше всего это хотят общения между собой. Дети позавтракали, и потом с воспитателем они вышли на улицу играть. На открытом воздухе. Значит, играют они на детской площадке, в павильоне, специальном для защищенном от солнечных лучей. 4 раза в день детям измеряют температуру, контролируют самочувствие и воспитателей. Прежде чем приступить к работе, все сотрудники детского сада прошли медосмотр, аттестацию и тест на коронавирус. В Каменском районе сегодня открыли 4 детских сада. Если все будет хорошо, планируют возобновить работу детсадов в селах Хрустовая, Ротор, Грушка, Красный Октябрь. За все время пандемии в Каменском районе зафиксировано меньше всего случаев коронавируса.